Всем привет! И вот мы приехали на кемп. Вот стояночка. Он все, все. Паша, видишь, злой какой. Все, всех построил. Шутка. Достаем тележку и разгружаем наши вещи. Вуаля, лодочка, рюкзачки. Поехали. И вот мы плывем. Сегодня пятница. Мы плывем на наше новое место, где мы будем. Что делать, девочки? Кемпинг! Ура! Кемпинг! У нас теперь баржа увеличилась. У нас теперь две лодки. И вот наша, как ее зовут? Шарлотка. Шарлотка тащит наши вещи. Вот место, где мы решили остановиться на этот раз. Вот здесь вот так уже подготовлено место для одной палатки. Тут постарался. Вот здесь вот можно разводить огонь. Или вот еще одно место. В общем, я думаю, если на этом месте расположить одну палатку, одну вот там вот тоже ровненькое место внизу, а третье может быть немножечко подальше. В общем-то, тут не так далеко пройти. И можно будет расположить еще одну палатку вот здесь, вот на этом месте. Оно тоже такое ровненькое и такое вот уединенное местечко. То есть здесь палатка свободно разместится. Но пока мы ожидаем, когда за нами приедут. Точнее, не за нами, а к нам с нашими вещами. Так как мы здесь десант высажены для ожидания. Ну как, девчонки, осмотрелись уже? Теперь уже получше? Больше нравится? Серьезно? Ой-ой-ой. Что случилось? И кто это был, вы думаете? Сколько вещей. Это вы все уже загрузили или еще нет? Hello, люди. This place is reserved. Давайте уплывайте. Маленькая Миллера. Лёшка. Кораблики пропускали. Тут место уже занято. Уплывайте, давайте в другое место. Родители сказали здесь ждать, что... Так что уплывайте, давайте. Вот только ты вот это. Давай. Папа, мы... А я снимаю, да, если... Теперь все вещи или еще возвращаться надо? Иван еще пойдет, сказал. Ну, давай, плыви. Сейчас я буду. Мы расставили свои палатки. Кто-то рыбачит с берега, кто-то рыбачит с лодки. Соня и Паша рыбачат с лодки. А Ваня с остальной детворой рыбачит с берега. Привет. Привет, надо еще немножко натянуть. Хочу показать нашу палатку. Сейчас я расстегну. Так. Эта палатка рассчитана на 8 персон. Ну, такая вот уютненькая. 1,80 м. Так, это Пашина палаточка. Видишь, как все у них тут здорово.
Так, тут Ванькина палатка. Фоторепортер? Да. О, класс! Такой кадр бы классный был. Мама, она большая. А вот смотри, она прямо здесь, это, возле камеры. Да, мы ее видим. Как-то я не так ее держу. Так с очком, да, прошелся так это, подсобрал. Алина, пошли на спину поплюкать. Малек. Смотри. Как всегда, мама 3 копейки свои. Алина, ваши впечатления? Потом я сама расскажу. Потом вообще в конце. Да-да. Так, вон там у нас лагерь, оттуда мы приплыли, а здесь мы идем на водопад. Такая вот каменистая дорога, скалистая, каменистая. Камень похож на гранит, а может он и есть. А здесь открывается красивый вид. Такие кемпсайты. Места, где можно поставить палатку, развести огонь и наслаждаться, сидеть, наслаждаться таким замечательным видом.
все заняты своим делом. Паша готовит мясо. Перец потом. Ты говоришь, не пахнет. Чем? Едой. Тоня, нет! А что, я видео снимаю? А ты пиздец. Да, двигаемся. Миную. Так, а мы где будем кушать? Да блин, танцую. Видео кончилось у него все. Да где, у костра? Ай-яй. Теплее. Ну где вы? У костра пиво. И нет, Розита. Тебе тоже нет, у меня силов нету. Сейчас дам. Все, слазим. Паша жарит рыбу. Огромный улов. Красота какая. О, дискотека. Реги в ночи, ты потанцуй со мной. О, какой у нас пионерский костер. Да, да, смотри, я красиво. Так, да. Ну что, давайте кушать. Давай. Ваня. Супер. Супер. Супер гуд. Супер, супер, супер гуд. Что тебе надломить? Просто мне не хватает сил. На, пока видео поснимай. Девчонок, вон, Лер, поснимай. Ой, Саша! Ника, ты нолик! Нет. На, кому? Кому надо было? Это Лерина. Ну, давай, неси. А! У тебя? Ты всех заснял, у тебя нет. Ой, нет. Ты поближе к костру подойди. Мы все равно уже начинаем. Вот Паша хорошо освещается. Так, понятно? Ууу, какой огонь. Смотри, если кнопку нажмешь, подожди, сейчас еще раз. Вот так мы дружненько сидим у костра, рядом вот озеро красивое. О, вот и костер горит.